Страна шокирована этой трагедией. Доброе утро, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Спешим с вами поделиться этой страшной трагедией. Речь пойдет об известном молодом российском актере Александре Петрове. Он запомнится многим из нас из сериала «Полицейский с Рублевки». Рано утром в сети появилась информация о том, что Александр Петров сегодня ночью был доставлен в одну из больниц города Москвы избитым в тяжелом состоянии. Сообщается, якобы он был найден возле подъезда собственного дома избитым и ограбленным. На данный момент вся информация проверяется, друзья. Сотрудники полиции в интересах следствия ничего не комментируют. Спасибо вам за то, что вы смотрите наши новости завтра утром на нашем канале, в нашем новом выпуске. Дорогие зрители, мы сообщим вам более подробнее то, что же произошло на самом деле с Александром Петровым.